Первые 10 минут матча можно назвать разведкой. Соперники присматривались друг к другу и надумывали ходы атак. Первая к активным действиям приступила команда «Витязева» 1-0. Но во втором тайме краснодарцы отыгрались. В итоге ничья. Соперник, я считаю, одна из лучших команд вообще. И по традициям, и по игре в крае. Всегда приятно сюда приезжать, играть. Недавно в команду «Пуантас» пригласили играть Владислава Алексина. Парень 6 лет занимается футболом. В 17 подписал свой первый контракт. Приехал с Москвы, играл в «Спарта» Щелково. В Анапу, говорит, влюбился сразу. Мы рассчитывали на победу, как бы хотелось выиграть при своих болельщиках. Как бы все-таки дома игра. Первый тайм вроде хорошо начали, забили. В это время на стадионе в Сочи анапская команда делила футбольное поле с командой «Сочи-2». Со счетом 6-1 Анапа вырвалась вперед. Напоминаем, что ближайший матч чемпионата края на стадионе «Спартак» состоится 2 мая. Футбольная команда «Анапа» встречается с Краснодаром.